Ох, у него, походу, фаза новая. Ух, жесть! Ой, я стрелки не вижу! Вау, какая страшная музыка! Всем привет, ребятки! Вы на канале Funny Games TV. Это Friday Night Funkin Mickey Mouse Exe Mod. Давайте смотреть. Называется он Friday Night Suicide. Окей, идем, конечно же, в Story Mod. Вот, и посмотрим. По-моему, это только демо. Нам надо, наверное, сначала туториал посмотреть. Давайте его глянем. Поехали. 3, 2, 1, go! Туториал такой же, что ли? Странно. Ну, не знаю, поглядим на туториал, ребят. Если он такой же, то, наверное, смысла в нем нету. Просто у нас черно-белый почему-то бойфренд и герлфренд. Странно. Окей, конец. Микки Маус не пришел. Ну, я посмотрел туториал, ребят. Туториал такой же, нас он не интересует особо. Поэтому поехали смотреть Unhappy. Глянем, это первый трек Unhappy. И вот он, собственно, сам Микки. Воу-воу, ничего себе, у нас даже есть катсцены. 8-7-6. Бенди напоминает, да? Своей стилистикой такой. Ну, Бенди, кстати, был частично срисован с Микки Мауса. Вау. Гля, гля, куда это он идет? О! Встретил бойфренда. О! Микки, ты... На микрофон, говорит, давай батлиться. Гад. Давай смотреть. Вау, Микки Маус. Смотри, черно-белое все. Так, анимацию смерти давайте посмотрим. Классный Микки Маус, кстати. Так, анимацию. Окей, проигрываем. И... Ох, и просто черно-белая смерть. А, музыка другая, смотри. Ага, прикольно. Ну чё ж, поехали. Окей. Отлично. Ну, прикольная песенка, мне нравится. Необычная. Отлично. Вау. Ах, в конце подслил. Отлично. Нормас. Ну, прошли. Прошли. Первую песенку прошли, ребят. Достаточно такая она. Не длинная была. Вау, еще анимация. Пип. Типа я тебя выиграл. Ох, у него, походу, фаза новая. Начинает просыпаться. Микки Маус Экзе. Угу. 3, 2, 1, go! О, 2 минуты уже. Трек. Начало классное. Ого. Ого. Хорош. Хорош. Вау. Блин, трек классный, ребят. Классный трек, мне нравится. Ой! Ох, жесть! Ой, я стрелки не вижу!
Эй, что за читерство? Оу, жесть! Я стрелки толком не вижу! Они... Как нечестно! Ух! Ух, жесть! Вот это он разошелся! Ух! Май гад! О, эти нельзя нажимать! Жесть! Ух! Вовремя я остановился! Так, ну я сейчас запутаюсь! Нельзя нажимать? Нельзя! Ох! Вот это жесть! Чуть не проиграли, ребят! Смотри, как он разозлился! Очуметь! О май гад! Так, все, у нас больше нету никаких недель, да? Одна неделя. Ну да, это только как бы демо-режим, ребят. Давайте еще посмотрим вторую песню. Проигрыш. Пойдем во фриплей. И посмотрим, когда он разозлится. Проигрыш хочу посмотреть. Может быть, он новенький какой-то будет. Так, где это у нас песенка? Вот она. Хэппи, вторая, по-моему, песня была. Да, на харде. Поехали. Фух. Жесткий, Микки. Жесткий. Так, ну я же нажал. А, вот все. Отлично. Блин, ну я не ожидал, когда он начал злиться. Сейчас, когда он разозлится, короче, я специально пропущу. А, может, давай, да, знаешь что, мы с тобой на подставные стрелочки понажимаем и посмотрим, может быть, новая смерть какая-то будет. Интересно просто. Так, неплохо. Нет, трек классный, мне нравится. Особенно, когда он там злиться начинает, вообще прикольно. Хорош. Все черно-белое. Ну, стилистика такая, 80-х, наверное. А то и 50-х годов. Я не знаю, в каком году Микки Маус впервые вышел на экраны телевизоров, ребят. Кто знает? Ну там в 50-х кто... Вау! Вот! Ух, жесть! Ой, жестко! Жесть! Вот сейчас подставные, когда пойдут, я их понажимаю. Ух, ну трек классный, мне нравится. Да, давай, Микки, давай, я тебя сделал, на харде. Вот, стрелочки пошли, давай, нажимаем их. Ох, нет, анимация, к сожалению, такая же, ребят, осталась. Ну, прикольный мод, когда его доделают, будет вообще супер. Демо только версия вышла, поэтому... Ждем полную версию, ребят. Ну что, спасибо, что посмотрели, ребятки. С вами был Максим. Это был Микки Маус XZ. Мод на Friday Night Funkin'. Всем удачи и всем пока.